Привет, я Ира, и сегодня я расскажу вам, как стирать вещи с мембраной. Снег белый, небо синее. Одежда все равно будет грязная. Но обычными чистящими средствами ее стирать нельзя. Это убивает мембрану. Мембрана такая штука, которая не пускает влагу снаружи и не дает вам сильно потеть, отводя пар изнутри. А такие вещи стирают специальными чистящими средствами. Они бывают под каждую мембрану отдельные и универсальные. Сильные загрязнения необходимо предварительно застирать, иначе, скорее всего, они не отстираются. Застираем тем же средством, которым будем стирать. Чистящее средство заливаем в отделение для порошка, кондиционер не льем, он также убивает мембрану. Итак, одежда у нас чистая, но, к сожалению, как бы вы бережно не ухаживали за мембраной, ее свойства со временем теряются. Проверить это очень легко, просто намочите. Вот здесь частично еще работает. Влага скапливается в капельке, а здесь уже все промокает, впитывается в ткань. К счастью, восстановить мембрану можно и в домашних условиях. Сейчас продаются разные средства, есть универсальные, есть под каждый тип мембраны. Использовать его несложно. Равномерно наносите на чистую одежду. В местах, где все впиталось, обрабатывайте повторно. После нанесения подождите пару минут и удалите остатки влажной тряпкой. Если после каждой стирки восстанавливать мембрану, она прослужит вам намного-намного дольше. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь. С вами была Ира. За кадром Дэн. Мембрана, 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 везде мембрана. Это ужасное слово.